Растет число жертв трагедии в Магнитогорске. Погибших уже 16. Таковы последние данные МЧС России. По-прежнему неизвестна судьба 27 жильцов многоэтажки. Одна из секций, которая обрушилась после взрыва двое суток назад. Сегодня в Челябинской области России день траура. Следователи уверяют, что на обломках здания не было обнаружено никаких следов взрывчатки или ее компонентов. Между тем, несколько уральских интернет-изданий накануне поздно вечером сообщили со ссылкой на свои источники, что причиной взрыва жилого дома в Магнитогорске мог быть теракт. Разбор завалов продолжается. При этом на Южном Урале сохраняется морозная погода. Сейчас в Магнитогорске минус 17.